Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Гермес Фалькао-младший. У нас сегодня особенная программа. Мы только что вернулись из Бразилии, из города Вила-Велья, штат Спиритус-Сантус, что означает «Святой Дух». Правда чудесно, когда штат называется «Святой Дух»? Мы служили на конференции, которая называлась «Одно царство». Я был одним из спикеров конференции. Также проповедовал мой друг, пастор Педро Медина. И еще один мой друг вел прославление, пастор Диего Араужо. Конференция проходила в очень известной церкви в городе Вила-Велья. У них есть несколько филиалов по всей Бразилии. Это очень известное служение. И то, что Бог делал там, было потрясающим. Это было сильно. Вы услышите одну из моих проповедей. Я говорил о славе Божьей. Был перевод с английского на португальский язык. Это мощное послание навсегда изменит вашу жизнь. Я хочу засвидетельствовать, что к концу моей проповеди, еще до того, как я сделал призыв к алтарю, люди начали выходить вперед, чтобы принять Иисуса Христа. Я проповедовал о том, что все, что нам нужно, это слава Божья. Начали происходить чудеса. Происходило крещение Духом Святым со знамением говорения на языках. Бог касался людей, освобождал их, спасал и исцелял и наполнял Духом. Это было потрясающе. Вы увидите основную часть проповеди. Мы покажем несколько свидетельств, но большую часть свидетельств мы оставили на следующий раз. В конце программы я хотел бы помолиться о вас. Поэтому прослушайте всю проповедь, примите слово, и пусть Господь вас мощно благословит. Поехали. У меня есть для вас послание от Бога. И если вы его примете, это послание изменит вашу жизнь. Всякий раз, когда мы проповедуем Слово, мы знаем, что в нем есть сила, потому что Слово обладает силой. И когда вы высвобождаете Слово, когда вы принимаете его, когда вы не просто слышите Слово, но принимаете его, Слово обязательно произведет перемены в вашей жизни. Есть разница между тем, когда вы просто слышите Слово, и тем, когда вы принимаете Слово. Я хочу, чтобы вы не просто слышали Слово, но чтобы вы его принимали. Принимали в свой дух, не просто в разум. Многие христиане принимают Слово просто разумом. Но ваша жизнь по-настоящему изменится, если вы примете Слово в свой дух. Мы здесь говорим о познании через откровение. Откровение изменит вашу жизнь. Слово «откровение» происходит от греческого слова «апокалипсис». Поэтому на португальском языке книга «Откровение» — это «апокалипсис». В английском языке это слово «revelation». Итак, греческое слово «апокалипсис» означает «открыть завесу и показать то, что было сокрыто». Итак, когда вы получаете откровение Слова Божьего, это Бог открывает вам завесу и показывает вам скрытые тайны Слова Божьего. Поэтому всякий раз, получая откровение, вы получаете силу. Силу Слова, которое всегда производит перемены. Слово Божье всегда производит перемены. Аллилуйя! Если вы его принимаете, а не просто слышите, вы знаете, что Иуда, ученик, предавший Иисуса, слышал Слово. Да или нет? Он слышал прекрасное учение. Он был в школе служения у самого Иисуса 3,5 года.
он слышал слово. Он видел чудеса. Видел, как освобождались люди. Но он не принял слово. Он просто слышал слово. Поэтому сегодня я прошу вас не просто слышать слово. Я хочу, чтобы вы приняли это слово. Аллилуйя. Бог положил мне на сердце сегодня говорить вам о славе Божьей. Поэтому я верю, что наступило время, чтобы слава Божья была восстановлена в Церкви Божьей. Я говорю об осязаемом проявлении славы Божьей сегодня. Когда является слава Божья, мне не приходится особо ее объяснять. Вы сами осознаете, что явилась слава Божья. Кто из вас уже хоть однажды пережил или вкусил славу Божью? Я хочу сказать вам сегодня, что у Бога есть еще. Духовный рост не имеет потолка. Вы всегда растете в духе. Послушайте, я верю, что некоторые из вас должны покинуть плотский и тленный мир, в котором вы живете. И позвольте Духу Святому поднять вас на высоты, чтобы вы обрели совсем новый взгляд. Чем выше вы подниметесь, тем больше изменится ваш взгляд на разные вещи. Я приведу вам пример. Кто из вас любит летать на самолетах? Мне не нравится процесс, который мы проходим при посадке. Меры безопасности — это так утомительно. Но мне нравится сам полет. Если в самолете я сижу у окна и смотрю в окно, то иногда я вижу автомобили и вижу здания. И все кажется мне таким большим, но когда самолет взлетает, то чем выше мы поднимаемся, когда я смотрю вниз, то все, что я видел, становится все меньше и меньше. Чем я выше, то все мне кажется меньшим. Но на самом деле изменился не размер этих предметов, изменилась моя перспектива. Я поднялся выше, и поэтому автомобиль, который казался огромным, стал теперь таким маленьким. Здание, которое казалось мне очень высоким, теперь мне кажется низким, потому что я поднимаюсь все выше и выше. И я верю, что некоторые из вас должны подняться выше на уровень духа. То, с чем вам приходится сталкиваться, кажется вам огромной проблемой. Но если вы позволите Духу Господа поднять вас выше и выше, эти проблемы станут незначительными. Эта проблема, на которую вы смотрели, вдруг станет совсем маленькой, потому что вы будете выше в духе. Я верю, что сейчас то время, когда Господь желает поднимать свою церковь в духе все выше и выше, поднимать вас на уровень, где вы еще не были, вводить вас в совершенно новые измерения.
И в 17 главе Евангелия Иоанна я вижу важное место. Откройте вместе со мной. Аллилуйя. Итак, Иоанна, 17 глава, 18 стих. Если вы уже открыли, скажите «Аллилуйя». Это особенная глава. Все, что говорил Иисус, имеет особую ценность. Поэтому Его слова выделены красным. Но здесь мы видим действительно уникальные слова. Дело в том, что в этой главе Иисус не просто говорит. Это Его молитва. Он молится Своему Отцу. Это очень близкий разговор. И эта молитва включает нас с вами. Скажите своему соседу: «Иисус молился за тебя». Как же это чудесно! Иисус молился обо мне. Иисус молился о вас, живущих в Вилла-Велья. Аллилуйя! Он молился за эту поместную церковь. Он молился о вас. Он ходатайствовал о вашей жизни. Я хочу показать вам это удивительное место. Восемнадцатый стих. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Итак, во-первых, Иисус здесь говорит Отцу, что Он посылает нас в мир так же, как Отец послал Его. Как Отец послал Своего Сына. Он наделил Его силой. Он дал Ему власть и помазание. Дух Господа был на Нем, чтобы проповедовать добрую весть. 19 стих. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною». Давайте продолжим. 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». То есть и о нас с вами. Вы понимаете? Иисус молился за Своих учеников, но потом Он остановился и сказал: «Отец, Я молюсь не только о них, но Я молюсь о тех, кто верит в Слово Мое», то есть о вас и обо Мне. Иисус молился за нас. «Да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Это 21 стих. «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Теперь он молится о единстве Церкви. Я имею в виду реальную Церковь Иисуса Христа, реальное тело Христово по всему лицу земли. Это был 21 стих. Это те, кто верят в Слово, верят в истинность Слова Божьего. Я хочу вам показать нечто невероятное. Готовы?
Это вас потрясет. Вы будете изумлены. Вы знаете, зачастую мы читаем Библию и пропускаем в ней то, что действительно невероятно. У нас в голове полно религиозных традиций. Когда утром я проповедовал, кто из вас был утром? Я говорил о нашей идентификации. Когда мы понимаем, кто мы, это высвобождает власть. Но об этом уже мало кто проповедует. Это не популярная тема, да? Но она станет популярной в церкви имя Иисуса. Итак, я хочу обратить ваше внимание. 22 стих. Пожалуйста, поймите, здесь Иисус молится Отцу. Он молится о вас. Скажите вашему соседу, он молится о вас. Итак, посмотрите. В этом стихе он говорит, «И славу, которую ты отдал мне, я дал им». Нет, вы не понимаете. Вы просто не понимаете. Кто из вас верит, что Иисус был наполнен славой? Слава символизирует присутствие Господа. Это осязаемое присутствие Господа. Слава Господня, по сути, представляет собой присутствие живого Бога. Каждый человек в Библии, который был употреблен Богом, пережил встречу с Божьей славой. Моисей видел горящий куст. Бог явил ему свою славу. Пророк Исаия видел Господа. И края рис его наполняли весь храм. Он видел ангелов, восклицающих: «Свят, свят Господь, Бог всемогущий». Исаия уже был пророком тогда, когда он сказал: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». И тогда ангел коснулся его уст горящим углем. Иеремия также пережил встречу с Богом. Всякий пророк, всякий муж Божий пережил встречу с Божьей славой. Поэтому, если вы хотите, чтобы в этом поколении Бог использовал вас, вы должны пережить встречу с Божьей славой. Мы уже имели достаточно проповедников за кафедрой. Нам нужны люди, которые пережили на себе славу Божью. Нам нужны те, кто видели славу Божью своими глазами. У кого здесь из присутствующих проблемы со слухом? Выходи сюда, брат. Пожалуйста, выходи. Вы слышите, но ваш слух слабый, не стопроцентный. Откройтесь. Откройтесь.
Я слышу. Иисус чудесный. Иисус чудесный. Я принял мое исцеление. Я принял мое исцеление. Иисус тот же сегодня. Иисус тот же сегодня. Я счастлив с Иисусом. Я счастлив с Иисусом. Вы слышите? Слышу прекрасно. У вас прекрасный слух? Да, отличный. У вас были проблемы со слухом? Вы только правым ухом слышите? Да, я теперь слышу отлично. Раньше плохо слышали? Да. Ощутили разницу? Да. Что именно вы почувствовали? Я начал слышать то, что говорят на расстоянии. Отойдите подальше. Бог благ. Бог благ. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Я слышал его, словно он стоял рядом со мной. Как долго у вас была проблема со слухом? Точно не скажу, как долго, но я не слышал, что мне говорят. Я пастор, но часто не слышал. Я не понимал, что ко мне обращаются. Потом моя жена помогла мне понять. Она сказала: «Я с тобой разговариваю, а я говорю, я вообще тебя не слышал». Мне приходилось читать по губам. Если человек стоял сзади, я его не слышал. Слава Богу! Во имя Иисуса, уши откройтесь. 100% слух прямо сейчас. Во имя Иисуса, уши откройтесь прямо сейчас во имя Иисуса. Вы меня слышите? Да. Хорошо слышите? Да. Аллилуйя. Слава Богу, аллилуйя, аллилуйя. Вы чувствуете разницу? Да. Ощутимую? Я слышу на все 100%. А раньше какой был слух? Где-то 70%. Аллилуйя. Как долго были у вас проблемы со слухом? Думаю, 5 или 8 лет. Что вы ощущаете? Что у меня 100% слух. 100%. Слава Господу! Как здорово видеть, как движется Бог. Я не устаю смотреть на это. Приятно наблюдать, как люди наполняются Божьей славой, меняется их взгляд. Они переживают встречу с Духом Святым. Уже в этом году мы видели, как многие люди принимали спасение. Они не просто произносили молитву покаяния, что тоже очень важно, но в молитве они пережили встречу с Духом Святым, исполнились Духом Божьим. Это удивительно. Происходили чудеса исцеления. Вы видели мужчину, которому Бог исцелил частично потерю слуха. И сегодня я хочу помолиться о вас, чтобы та же слава, которая была в Бразилии, коснулась вашей жизни, чтобы такое же присутствие Духа Святого вошло в вашу гостиную, в вашу семью, в ваш дом. Я хочу молиться о том, чтобы Бог простер к вам свою руку, чтобы Его сила преобразила вашу жизнь. Молимся. Отец, во имя Иисуса я молюсь о каждом человеке, кто смотрит эту программу. Я молюсь о каждом, кто проходит испытания, кто страдает сейчас. Я прошу Тебя, чтобы такая же слава, которую мы видели в Бразилии, излилась сейчас в ту комнату, где они находятся. Я молюсь о том, чтобы Твоя слава, Отец, удалила всякую болезнь и немощь. Во имя Иисуса, пусть Твоей могущественной рукой удалятся всякая боль и душа. Душевное и физическое. И сейчас во имя Иисуса я провозлагаю в вашу жизнь свободу. Свободу, которая в славе Божьей. Во имя Иисуса я разрушаю все цепи и всякий замысел сатаны против вас. Я проклинаю всякий вражеский план во имя Иисуса. И я высвобождаю мир в ваш дом. Я высвобождаю мир Божий в ваш разум и исцеление ваше тело во имя Иисуса.
Отец, спасибо Тебе, что Ты наполняешь их славой небес. Господь, я благодарю Тебя за мир в их домах, за то, что Ты высвобождаешь свою силу во имя Иисуса. Аминь. Мы вас очень любим. Друзья, вы можете связаться с нами через наш сайт. Вы можете присоединиться к нашим миссионерским поездкам, поехать с нами в Бразилию в октябре. Почему бы и нет? Регистрируйтесь сегодня. Станьте нашим партнером. Друзья, мы вас очень любим и ценим. Во имя Иисуса, да благословит вас Бог. Приготовьтесь к приключению на всю жизнь. Миссия чудес в Бразилии 2019. Станьте очевидцем сверхъестественных чудес. Позвольте Богу употребить вас. Чудеса с 23 по 31 октября. Так, что-то не то, да? Или все окей? Пробуждение в Бразилии. Регистрируйтесь сегодня на сайте, который видите на экране. Ваша жизнь изменится навсегда.